Всем привет, с вами Пиздец. И ставь лайк, если ты тоже считаешь, что нас обманули, скажем так. Короче, на что мы можем поменять эти сраные значки? Максимум 3000 значков у нас награда ящик следопыта. Так? Так, хорошо. Насколько я помню, пока еще у нас активны эти все сезоны, выполняем хардовый сезон, получаем ящик следопыта, и еще плюс ко всему мы, короче, получаем электронику. Ну, за каждое задание там понемногу дают электроники. В итоге общий заработок там, ну так, навскидку, монет 800-700 где-то выходит. Ну, короче, берем, округляем, даже там хрен с ним, две стоимости ящика следопыта. Окей. Далее нам пишут список еженедельных вот этих сраных заданий. Короче, берем калькулятор. Собственно, тут уже 2850 значков механиков можно получить, если выполнить все вот эти задания. Ну, плюс еще контейнер-старатель, который нахер не упал. Можете пересчитать, но я уже два раза пересчитывал. 2850. Я так понимаю, это все задания, которые нам будут выданы на неделю вместо сезона. Так, хорошо. 2850. Мы их даже уже не можем поменять на контейнер с ящик следопыта, потому что он стоит на 150 значков дороже. Соответственно, за две недели мы даже не наскребем на два ящика следопыта. Причем нам надо будет завершить 25 еженедельно, это понятно, оно автоматом само, вот это я не рассматриваю. 8 побед в месяц с металлоломом, 8 побед это надо потратить, ну я не знаю, 10, сколько там, 3 минуты где-то бой, при условии того, что он выигрышный, то есть это уже там полчаса как минимум надо откатать. А если у тебя процент побед поражений там 50%, то уже час времени на вот это задание, плюс там 6 побед в рейдах легкой сложности. Но это, кстати, там ни о чем. Призовое место в потасовке «Королевская битва». Блин, ну тут запаришься по большому счету. Она еще и такая, ну, достаточно долго идет. А тебе надо занять с 1 по 4 место, то есть там не всегда у тебя еще и получится. Всего один раз. Но тем не менее. 15 побед в миссиях за проводами. 15 побед за 150 значков. Занять 9 раз призовое место в потасовках. Одержать 10 побед во вторжении. Одержать 10 побед в рейде средней сложности. Рейд средней сложности, ну, я не знаю, минимум 10 минут идет. 10 побед средней сложности с пластиком, 20 побед в миссии с аккумуляторами, 20 побед, блин, в PvP надо накатать. Одержать 10 побед в сложном рейде за электроникой, 10 побед в сложном рейде с медью. И что у нас там остается? 10 побед в клановых боях. Ну, ладно. Кавышки, это хорошо. Блин, это столько времени надо просто угробить для того, чтобы еще это надо умудриться, получается, за одну неделю выполнить. То есть сидеть и задротить для того, чтобы получить 2850 монет. Окей. За две недели мы наберем там, соответственно, умножаем на 2, 5700. Ну, хрен с ним. Пусть даже если нам хватает на вот этот ссаный ящик. Хорошо, купили. Окей. Проблема в чем? Раньше, то есть сейчас вот до 26 числа, почему у меня там пригорает, так сказать, мы могли выполнить сложный сезон, заработать этот сраный ящик, заработать электронику, все это дело дружно продать, заработать бабла, и у нас еще остается легкий сезон и средний сезон, за которые мы получаем, соответственно, тоже ресурс, который мы тоже можем продать. И это все реально успеть за две недели. А сейчас, за те же самые две недели, мы получаем... Мы даже... Мы,
еле-еле наскребаем, мы даже не наскребаем, на два сраных ящика. То есть сейчас, в данный момент, по вот этой новой системе, заработок у нас намного меньше. Короче, нас кинули. Нам в очередной раз расписали, как замечательно они о нас беспокоятся и как много новшеств они нам приносят. А в итоге те монеты, которые мы могли спокойно зарабатывать за две недели, проходя сезоны, нам их взяли и вырезали. Вот вам скрытый нерв от наших разрабов. Ставьте лайк, если так же считаете. Пишите вообще, в принципе, в комментариях под этим видео то, что думаете на эту тему. Ну а на этом все. Всем удачи, всем пока, всем хороших заработков и красивых нагибов во вселенной красавы. Пока-пока.